Завещание. В случае моей смерти я, Маргарита Готье, все мое движимое и недвижимое имущество завещаю Николаю Николаевичу Серебрякову. Прошу меня сжечь, прах мой развеять где-то в городе на ветру и быстро отбежать. Все. Она была влюблена, ее любили. И еще раз хочу подчеркнуть, что нам всегда любимы именно те души, которые способны любить. Прости. Мне пора. Стельки не забудь. Потому что это было традицией в данной больнице. Я не могла отказаться ни от какого свидания с мужчинами, так как свидания с мужчинами очень ценились у женщин в этом городе. В связи с этим оболочка моя, конечно, очень пострадала и была повреждена. Одно очень важное сообщение. Я влюбляюсь необратимо. Ай! Сука, ты нашел! Иди сюда! Иди сюда! Все-таки мне очень страшно. Не бойся, это совсем не страшно. Ну, пей. Шампанское. Как ты хотела. Угу. Спасибо. Видишь, я все помню. Ну, прощай. Прости меня. Прости меня.